Сари. Мы там работаем, трудимся, и мы хотели бы рассказать и показать вам свое предприятие. Может быть, когда вы вырастете, вы выберете свой дальнейший путь и придете к нам на предприятие, когда вы получите образование, мы будем очень рады вас видеть. Поэтому, когда вы еще маленькие, мы готовим вас к тому, чтобы вы совершили правильный выбор в своей жизни. Богатый урожай сегодня зависит не только от плодородной почвы или от хорошей погоды, но от того, как за растениями ухаживают и, самое главное, чем их удобряют. Это, к примеру, завод «Фосфорит» на границе с Эстонией. Строился в советское время практически всей страной. Сегодня современных химических предприятий нашей страны. Всего за 10 лет «Фосфорит» превратился из полуразрушенного завода в суперсовременное производство, продукцию которого знают и покупают во всем мире. За это время здесь более чем в два раза увеличили объемы производства и вдвое уменьшили потребление природного газа. Один из самых важных положительных эффектов масштабной реконструкции – это, конечно, улучшение экологической обстановки. Еще каких-то 5 лет назад никто бы не рискнул делать то, что сейчас сделаю я. Вот в этом мешке КОФ, кормовой фосфат. По сути, это фосфор, который можно употреблять в пищу. Он полезен и даже необходим. 40% населения нашей планеты будет попросту нечего есть. Так что производство этих веществ в любом смысле жизненно важный вопрос. Что вы сможете приехать к нам на предприятие, увидеть все своими глазами. Это очень интересно, красочно. Ну и сейчас мы хотели бы вам показать небольшие наглядные опыты, чтобы вы могли увидеть все своими глазами. Зайди, Дедушка Мороз, с нами, к детишкам, поздравь их. А ребятишки, а вы любите наряжать елочку? Да. Сегодня будем только делать игрушки. Сможете? Да. А молодые специалисты вам помогут, а дедушка посмотрит и оценит. Дедушка предлагает нам поделать новогодние игрушки на нашу елку. Что, поделаем? Да. Сегодня мы будем делать шишки, делать Деду Морозу.
Скажите, пожалуйста, вот молодые специалисты с фосфорита приехали. Насколько это важно для детей? И нужны ли такие вот мастер-классы? Вот ваше мнение как педагога? Да, мастер-класс для наших детей нужен, потому что они учатся общаться, да, с молодыми специалистами. В том году к нам тоже приезжали молодые ребята, специалисты перед Новым годом. Провели тоже мастер-класс по изготовлению игрушек. Было очень интересно. Было прям такое общение, что мы были так рады. Во-первых, они учатся и со взрослыми общаться, да, и со сверстниками. Это очень важно. Большую разницу в возрасте небольшая. Через пару лет они станут приемными. Буря, они им рассказывали, где они работают, показали вот видеоролик. Вот дети как бы посмотрели. Они, тем более, они, ну, все местные жители знают, как это свое. А то, что к нам большие приходят, специалисты взрослые, и учат детей наших. Наши дети общаются с одними и со вторыми. Взаимосвязь такая происходит. Поколение одно большое, поколение маленькое. Что они видят, что большие заняты таким хорошим делом, обучают маленьких. Тоже на уровне детей находятся в это же время. А насколько им нравится вообще? Ну, конечно, нравится. Если бы мне нравилось, они бы не делали. Дедушка Мороз, вот что бы вы пожелали всем деткам, которые, вот, которых вы сегодня посетили, и тем деткам, которые, которых только ждут ваши поздравления, вот что бы вы им пожелали? Я бы пожелал, чтобы хорошо себя вели детки, слушали родителей, да молодцами росли. Здоровья желаю, счастья. Работникам ПГ «Фосфорит» да Еврахима желаю, чтобы также ответственно подходили к своей работе, до производительности высокой по удобрениям в будущем году, да и в следующих всех. Детишки, хочу я вам подарки подарить за то, что красивые игрушки, ведете вы себя хорошо, а молодые специалисты помогут мне. Спасибо!